Всем привет, меня зовут Даша, вы на канале Игольник Дарьи. И смотрите, какой на нас надвигается дождь, какая у нас погода на улице. Это просто капец. С такой погодой, конечно. Нет, красиво, красиво, я не спорю. На нас надвигается дождяра сильный. Вон, видите? Даже там идет дождь, вот там идет дождь, вот даже близко. И где-то минут через 15, ну может быть 20, дождь будет уже у нас на нашей территории. Я думаю, что скоро-скоро будет. А еще я сделала обновочки. Я вам покажу, как я в них выгляжу. Я не снимала, я их покупала, как. Ну, короче, я покажу, как я в этих обновках выгляжу. Вот. Был шопинг, так скажем. Миниатюрный, мини-мини-мини. Вот здесь Красковский культурный центр. Утром тут были всякие к 9 мая эти. Я не ходила, потому что я люблю поспать. Ай, короче, как-то так. Настроение у меня хорошее. Не знаю, как у вас. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Вот, сегодня 9 мая, но ролик с 9 мая я выложила первую половину дня, которая была. И вчерашний день рождения Маркиза. А сегодня я просто продолжаю день. Делала рис с этим... с курицей в духовке и паштет куриный. Очень-очень вкусно. Короче, у нас дико-дико красиво. У нас пошла радуга. Дождь, одновременно радуга и одновременно затянутые тучи. И эта радуга, она выглядит обалденно просто. Короче, жизнь прекрасна и удивительна, если ее замечать и удивляться. У нас пошел дождь, надо открыть окно посмотреть. О, да! У нас пошел довольно сильный дождь. То была радуга с таким легким дождем. Когда только капельки шли такие мелкие, такие асфальт был мокрый. А теперь такой мощный-мощный дождь пошел. Да, туда за окном. Там город вроде как-то светловато, да, светловато. Там он есть кусочек просто, где светло вот там. Но у нас тупо дождь идет. Сильный-сильный. Как-то на улицу не хочется. Оба. Итак, у меня были обновочки. Значит, закупились обновочками. На весну, что-то на лето. Поэтому давайте я вам покажу, что же я купила такого интересного. Сейчас я пока, как вы видите, в старой одежде. Но я переоблачусь очень быстро. И вам все-все покажу. Итак, вот такие джинсы, это не зимний вариант, это летние, они супер укороченные, бриджики. Бриджи, я бы так сказала. С вот такой вот футболочкой, кофточкой. Вот там сзади вот так вот выглядит. Очень, по-моему, красиво, очень офигенно и очень-очень круто. Это вот такая мальчик-футболочка, тоже летний вариант. Классная, сзади нет разрезиков. С вот таким вот принтом, клевым-клевым. Вот, можете видеть листочки. Такая красивая, летняя, ходить на лето по улице. Очень-очень красивая, по-моему. Ну что, у нас орёт кот. Это нормально. Давайте понасилуем еще эти джинсы немножко. Вот такая вот водолазка, гольфик, что-нибудь такое. Клевая штучка, ее можно в церковь под юбку одевать, да и просто носить. В общем, клевая-клевая штучка такая. И сейчас покажу вам точно такая же, но черная. Вот, посмотрите, такая же просто кофточка, но полностью черная по цвету. Полностью абсолютно черная. Очень интересная такая. Ну, кстати, сверху на нее можно какую-то белую рубашку, блузку накидывать. Ну, в общем, клевая штучка. Очень-очень офигенная. Ну что ж, продолжаем. Вот такая вот кофта. Тарас, такой наборчик. Кофта. И джинсы, штаны точнее, на резиночке, у которых вот такие вот есть всякие штучки, что снова там снег типа, и далее. Вот такие вот, очень прикольные. Они тоже, вот, ну, вы можете видеть, супер укороченные, под длинные носки, самое то. И они классные, они мне подходят, и они мне идут. И вот такая кофточка. Знаете, она тоже обычная-обычная, как и спереди. Давайте еще посмотрим. Вот такая кофта, она не совсем из этого набора, но с этими штанами, мне кажется, ее тоже одевать можно. Это такое худи, не худи, короче, что-то такого типа. И на ней сзади есть, опа,
капюшон, в который можно одеться, и будет хорошо. Вот так. И давайте посмотрим на третий вариант. Это уже длинные штаны, полностью длинные. Вот, и вот такая кофточка с таким рисунком Тарас. Вот такая вот. Здесь на штанах такие белые штуки спортивные, карманы. И тоже опять-таки капюшончик. Такой. Красиво, прикольно, мощно. И такая девчонка нарисована. Вот. Офигенно так затарилась. Офигенно так получилось. Офигенно классно. У нас тут кот. И дождь. И темно. Ага. Мне еще нужно голову сегодня помыть. Поэтому вот так вот. Итак, 9 число уже закончилось. И уже у нас 10. Праздники закончились, гости разъехались, все, как это сказать. Только проснулась, буду начинать новый день, буду делать новые свершения, которые есть. Вот, сейчас, как обычно, почитаю немножко Евангелие, позавтракаю, чаёк попью. Ну и дальше будем смотреть по обстоятельствам. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!